силы, мужской силы. Давай. Мы, младшие сотрудники, созданы на территории лагеря вместе с специальной секретной лабораторией. Константин. Евгения. Ильшат. Сегодня мы начнем изучение самой загадочной субстанции в мире. И имя этой загадочной субстанции – талант. Все супер, в одном месте кустик затупил. Давай. Мы, младшие сотрудники... Мы младшие научные... Сегодня мы начнем изучение самой загадочной субстанции в мире. И имя этой загадочной субстанции – талант. Супер, берем крупнячок. Давай. Потому что именно здесь энергия таланта вышла из-под контроля, достигла критической массы и вырвалась наружу. Мы попробуем примерить на себя роль укротительной стихии и укротить ее. Потому что именно в этой точке... Внимание на экран! Спасибо. Ты, пожалуйста, не тупи, сейчас там наши, пожалуйста. Знаю. Попытайся своими словами. Я вообще все своими. Потому что именно в этой точке пространства, пересечения пространства и времени. Не так. Просто скажи, как ты много любимой говоришь. Нам посмотри еще на текст, и будем... Можешь подержать. Не уходить, я прошу. Потому что здесь, именно в этой точке пересечения пространства и времени, масса талантов вырвалась наружу. И мы попробуем примерить на себя роль укротителей стихии. Какой смысл, если он сказал О, Господи, Она совершенно права, это плохо. Он переживает. Давай. Потому что именно в этом месте... Знаешь, в каком у тебя месте? Потому что именно в этой точке пространства и времени энергия талантов... Слушай, меня тоже задолбало сейчас. Наталья Юрьевна мешает все время. Я вообще ему мешаю. Лезет в кадры, лезет, кричит все время. Потому что именно в этой... Потому что именно в этой точке пересечения пространства и времени энергия... Потому что именно в этой точке пересечения пространства и времени... все. Энергия. Потому что именно в этой точке пространства и времени энергия. Женя, все будет в ютубе. Давай. Костенька, давай, любимая. Энергия, пересечения пространства... Потому что именно... Потому что именно в этой точке пересечения пространства и времени энергия таланта достигла критической точки. Все, все, готово. Нет. Нижний стакан держу. Молодец. Все, выходит так. Потому что именно в этой точке пересечения пространства и времени энергия таланта достигла своей критической точки. Еще разок, давай. Нормально. Давай. Нормально, Костя, я не все слышу. Отлично. А микрофон не передал. Он запинулся. Так он и не должен, сейчас не еще кусок. Продолжаем. Лучше снять идеально. Нормально? Нормально или нет? Да. Я не слышу. Отлично. Как тебе самому? Мне все равно. Это плохо. Мужчине не должно быть все равно. Поверь женщине с большим опытом. Все равно оставляем или переписываем? Ты уже знаешь. Потому что именно в этой точке пространства и времени энергия таланта достигла критической точки. Женя, я тебя стукну, будешь в воде. Ты же знаешь, меня довести легко. Я еще мужиков могу простить, баб никогда. Хорошо, сын? Хорошо. Передаю привет своей бабушке. Почти. Нет. Камалюкину не мешаем. Что именно в этой точке. Ребят, по-моему, мы сместились, да? Кажется. Давай. Потому что именно в этой... Потому что именно в этой точке пересечения пространства и времени энергия, талант... Нельзя, нельзя. Потому... Поставь ноги на ширине плеч. Упри в землю. Потому что именно в этой точке пространства, времени, энергия, таланта достигла своей критической точки. Потому что именно в этой точке пространства и времени энергия таланта достигла своей критической точки. Энергия таланта достигла своей критической точки. Евгения. Энергия таланта достигла своей критической точки. Соберись, тряпка. Как вы думаете, как называется? Сейчас будем переписывать. Потому что вы... Можно. Потому что в этой точке пересечения пространства и времени энергия таланта достигла своей критической точки. Так это ж другое дело. Стоять, стоять. Давай. Вышла из-под контроля и ушла в массы. Мы готовы примерить на себя роль укротителей стихии. Хотя я бы примерил бы на себе на турецком рынке очень много разных сумочек из крокодиловой кожи. Может, платьицев из... Евгения, соберитесь. Возможно, мы на пороге великого открытия. Вы звезды! Да.
Осталось чуть-чуть. Женя, вперед, коллеги. Может, перед решительным... А что я должна сказать? А, коллеги, вперед. Давай. Вперед, коллеги! Ну, может, перед решительным штурмом в буфет зайдем? Ну, нет, так нет. Женя, тише. Вперед, коллеги! Ну, может, перед решительным штурмом в буфет зайдем? Ну, нет, так нет. Вперед. А потом...